Жили-были однажды три сестры. Жили они спокойно и счастливо. И вот настал день. Зачем вы здесь, отец? Хотите, чтобы мы уехали? Почти. Епископ хочет превратить наш дом в отель для богачей. Мы не можем этого допустить. Что мы будем с ним делать? Если машины нет, значит, он и не приезжал. Игнатиус, он заселился в местный отель, но так и не вернулся. Вы поможете найти моего брата? Он поехал смотреть один наш монастырь на острове. Там вроде церковь ведьм сжигала. Бабушкины сказки. Церкви не нужен очередной скандал. Если возникла проблема, с ней нужно разобраться. Положитесь на меня, епископ. Сделай меня мечом твоим, сосудом твоим, ангелом мщения. Вернитесь! Я чудовище, и ты будешь обращаться ко мне так. Молись о своем спасении. Агнцы Божьи в Амедиатеке и на телеканале Амедиа Премиум.